Мобилизованные и добровольцы теперь смогут оставить оружие и патроны на хранение. Сделать это можно в подразделениях Росгвардии на время прохождения службы. Пока оружие, принадлежащее данным гражданам, хранится в Росгвардии, стаж владения оружием не прерывается. После окончания срока действия контракта данные граждане имеют право забрать в подразделениях Росгвардии принадлежащее им оружие. Получить новую лицензию куряне, уже владевшие оружием, могут за 20 дней. Тем, кто подает заявление впервые, придется ждать на 10 дней больше. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы будут направлять запросы в МВД и в подразделения МВД и ФСБ. И в случае получения из данных подразделений компрометирующей информации будет приниматься решение об отказе в выдаче лицензии гражданам. С 29 марта вступят в силу и другие изменения. Если гражданин привлечен по уголовному делу как обвиняемый или подозреваемый, оружие могут изъять.